Ребятки, всем привет! С вами Рости, и мы сегодня играем на RP-сервере в GTA 5. Вот я, в принципе, только зарегистрировался, и тут на спавне происходят чудеса просто. Сразу видно, что это RP-сервер. Все, все машины пропали. Куча людей, вон радостные бегают. Автобус сбил. Блять, автобус парня сбил. Что вообще происходит? Что за вакханалия? Типы какие-то с фиолетовыми прическами, что-то автобус лагающий. В общем, это сервер API Roleplay. Это, как сказать, мультиплеер GTA Network, или как-то так. У меня $123. Как вы видите, я создал себе персонажа. Почему-то он у меня именно в розовых кедах. Хотя я это не выбирал. Давайте попробуем. Ага, машины, как я понимаю, все закрыты. Так, давайте попробуем разобраться. Наверное, что-то типа команды Help, да? Да. Так, помощь. Чтобы открыть меню аккаунта, транспорта, департамента. Ага, ну, давайте нажмем 1. Аккаунт. Статистика, GPS, действия, браузер. Батюшки, давайте статистику посмотрим. Вот, как видите, я Луиджи Росси, возраст 18, опять, почему не решили, что мне 18, может, я хотел сказать, что мне больше лет, месяцев 0 из 12, как я понимаю, это что-то типа аналог респектов в Сампе, то есть, наверное, каждый час это один месяц, каждые 12 месяцев это уровень и так далее. Так, значит, работы у меня нету, регистрации нету, деньги $123, деньги в банке. Телефон, справочник, розыск, оружие, наркотики, лечебная марихуана, рецепт на марихуану, лицензии. И, соответственно, закрыть. Хорошо, давайте теперь нажмем 2. Это мое... Это, наверное, help. Теперь 2. Нет, что ж такое? 3. Меню фракции нету. 4 нет. Понятно, хорошо. Давайте посмотрим, значит, GPS. Важные места. Давайте, наверное, здание правительства обязательно, потому что нам нужно, как я понимаю, получить регистрацию или получить паспорт. Мы, наверное, давайте с вами в этой серии отправимся, получим паспорт. Я бы, конечно, сел бы к этим автобусникам, но они какие-то больные на голову. Вы сами прекрасно видите, что здесь творилось. Я почему-то начал немножко подзадыхаться. Так, что тут у нас? Введите рент, чтобы арендовать мопед. Цена $30. Ну, давайте, чтобы не пешком как бы передвигаться по городу. Вот знаете, реально такое ощущение, что я просто играю в самп, только в другой обложке. То есть все то же самое. Так, подождите, ребят, я... Не-не-не, парень, не нахер. Ну, еще и требовалось доказать, что... Смотрите. Отличный синхрон. Я умер. Собственно, мы продолжаем играть. Ребятки, я извиняюсь... Я попал после убийства, я попал в больницу, потом меня крэшнуло, вот я сейчас перезашел, опять появился на спавне, и вот решил возобновить запись такого чудного момента, как вот этот прекрасный автобус, который лежит слева от нас, точнее справа. Так, мы просрали $30, арендовали мопед, какой-то дебил пришел его и у нас угнал, соответственно. Я думаю, нужно быть теперь более внимательным и не арендовать мопеды впустую. Вон тип какой-то с прекрасным ником, знаки вопроса, спавнит мопеды. Давайте попробуем взять этот. Видите, я не могу его взять. Сейчас я изначально сразу подготовлюсь к тому, что куда нам нужно будет с вами двигаться. Как-то мышка себя очень странно ведет. Ага, я управляю мышкой, при этом мой персонаж поворачивается. Ребята, наверное, не могли сделать фриз камеры, чтобы такого не было. Если честно, я первый раз вообще играю на этом сервере и первый раз вообще играю на RP-проектах в GTA 5. Помимо проекта, в котором я принимаю активное участие в разработке. Ну, как бы там, конечно, такого крутого нету, потому что проект только разрабатывается, и разрабатывается он немножко на другом мультиплеере. Там, где боты, там, где вот
хотя бы, по крайней мере, есть какая-то синхронизация, не такие лаги-баги. Вот смотрите, что с этим автобусом происходит. Это, извините, просто пиздец, извините за выражение. Вон, что это вообще? Вот, и поэтому, как бы, мне все здесь в новинку. Но, я же говорю, что первое ощущение, когда начинаешь здесь играть, это то, что ты зашел реально играть в самп. Просто самп, более-менее скудный, но самп. Смотрите, мне кажется, это Алексей Джонс. Он в любом случае ждет, пока мы арендуем опять, чтобы у нас его забрать. Я бы думал, с ним можно было бы устроить файт, такую драчку, но синхронизация желает, ну, оставляет желать лучшего просто. Он так с этим, смотрите, ну вот как вот можно, да, смотрите на Александра Капола. То есть как тут можно с кем-то драться или что-то здесь делать, если здесь настолько сильно лагает. Но зато, да, круто, куча машин, вот смотрите, куча людей, пустой город. Если вы смотрели, на нашем канале есть видео про это, то что, ну, как-то, конечно, круто, то что РП в сам, точнее, в GTA 5, но это какое-то не РП, а извращение, если честно. Может, конечно, клиент в будущем будет получше, и это будет лучше выглядеть, но все равно, опять же, те же самые команды, тот же самый самп. Ну, давай подеремся, козел, Тесла, давай. Кто из вас будет драться, щенки? Ладно. Вот, конечно, может, клиент сейчас находится на стадии разработки, и потом он будет немножко получше. Ну, будет или нет, это мы с вами, может быть, узнаем потом. Ну, по крайней мере, это тестовое видео. Давайте все-таки еще раз мы сначала, наверное, может, отправимся на работу какую-нибудь. Грузчик металла. Так, метка установлена. Явно Никола Тесла ждет. Че, ну давай, что, подеремся, может, Тесла? Явно ждет, чтобы мы взяли мопед, у нас его спиздить. Это просто к гадалке не ходи. А учитывая рассинхрон, он это, скорее всего, сделает. Ладно, пока у нас есть деньги, будем арендовать мопеды и будем пытаться вырваться с этого острова вакханалии. Так, давайте вот так. Все, мы вырвались. Свобода. Мы просто как Джанго освобожденный. Так, чтобы завести, нажмите 2. Угу. Выкинуть игрока. Закрыть. Еть. Господи, я одел шлем, я совершил большую ошибку. Хорошо, что я не остановился на самом спавне, потому что меня бы уже мопед забрали, выебали, высушили и все. Вот, так, мы тем временем отправляемся на работу. Посмотрим, как здесь реализованы работы. Я думаю, ребята молодцы, сделали работу очень хорошо. Я просто попадал очень много на видео, как играют все там ютуберы, играют и радостно хохочут и бьют себя по животику, как бы, о том, настолько как классно здесь, насколько здесь супер. Ну вот, опять автобус, который только что валил боком, теперь он едет прямо. Ну, в общем, не знаю, пока как бы ощущения такие смешанные. Так, мы подбираемся к месту грузчиков, подъехали. Я пока здесь не вижу, куда здесь можно. Ага, все, нашел маркер. Экс. Наш мопед оставим здесь. Ну вот просто, вот сейчас я ему напишу, и идиот. Просто напишу ему идиот. Вот просто дебил ему напишу. Вот иди сюда, дебил. Давай, на тебе. Ну че ты, будешь драться, Андон? Удачи на Даймонд. Забанил Гандина Свабра. Вот так вот здесь все сурово. Диамонт. Так, ладно, давайте попробуем все-таки устроиться на работу. Так, начать рабочий день. Да, начать. Да, начать, да. Это кошмар. Так, вы начали работу грузчика. И что дальше? Ага, тут пацаны исполняют, я вижу. Я взял сумку. Теперь эту сумку нужно отнести вон туда. И все, походу. Да, тут не ящик, а сумка. Вот. Перенесено металла одна штука. Так, давайте, в общем, я поработаю. Тут, наверное, поставлю музычку. Пока отнесем с вами сумок 5.
может 10, и посмотрим, сколько нам за это дадут. Пока вот можете наблюдать, как мусоровоз исполняет. Ну, то есть здесь весело. Ребята возят на мопедах. Это называется, наверное, багаюз в какой-то степени. Ну, в общем, давайте посмотрим, что из этого выйдет. Вы знаете, наверное, все. Давайте сейчас закончим работу и посмотрим, сколько получится, потому что таскать что-то мне сейчас впадло. Так, да, закончить рабочий день. Хорошо, я нажму пропил. Вот, точнее, этот. Ага, за 5 ящиков мы получили $15. Блять, просто шикарно. Аренда транспорта стоит 30, получил 15. Очень выгодно. То есть работаешь для того, чтобы просто оплатить себе скутер. Ну, в принципе, как на всех серверах. Так, давайте теперь, наверное, выберем GPS, важные места, здание правительства. И поехали, попробуем получить паспорт. И на этом, я думаю, нашу серию закончим. Ой-ой-ой, автобус резко ехал вперед, потом резко поехал назад. Да, конечно, немножко непривычно, что такое вот движение, такие вот лагающие машины, пустой город. И вот такое ощущение, что вот реально не в GTA играешь в пятерку, а именно в Самп. Ну ничего, с Сампа я начинал, теперь надо закончить в пятерке. Так, мы уже в принципе подъезжаем к зданию правительства. Я надеюсь, наш мопед не одолжит. Пока мы уйдем, точнее, его не спиздят. Извините за выражение. Так, мы подъехали. Вот. Давайте теперь посмотрим. Ага, лифт, гараж, на улицу. Ну, не знаю, давайте в офис. Ага. Нет, никуда не хочу. Я в офис только приехал. А, ну тут нормально. Вот в офисе, пожалуйста, поставили машину. То есть, ну, просто вот. Молодцы просто, реально, ребятки. И никак не пройти, никак не проехать. И шикарно. Просто, не знаю, просто шикарно. Давайте напишем сейчас админам. Help. Ask. Так. А, ask текст. Ну, понятно, да. Так. В здании прави. В здании мэрии стоит машина и мешает проходу. Можно ее? Ага. Аск. Можешь. А что ж ты это будешь делать? Вот. Задали вопрос, что в здании мэрии стоит машина и мешает проходу. Можно ли ее убрать? Сейчас посмотрим, как у нас администратор отреагирует. Хотя это, может, нужно было в репорт. Но репорт – это, в принципе, жалоба. А на кого мне жаловаться? На машину? Уже просто туда проще спросить, можно ли убрать эту машину. Давайте. Ну, нет, никак ее не перепрыгнуть, к сожалению. И какой-то, наверное, нехороший человек-читер ее поставил сюда. Опа, все. Что-то с ней случилось. Наверное, это админ. По-другому я не знаю. Так, трудовая биржа. Оформить регистрацию. Оформление регистрации на 6 месяцев. Ребятки, вы получили временную регистрацию на 6 месяцев. Трудовая биржа. Водитель мусоровоза, почтальон, развозчик металлолома, садовник, таксист, водитель автобуса, механик. Развозчик металлолома. Ага, вам нужно прожить 1 месяц в штате. Логично, логично. Так, ну, в принципе, давайте сразу посмотрим, какие тут есть еще работы. Оформить пособие по безработице. Вы оформили пособие. Хорошо, кто сюда загнал эту машину? Кто сюда загнал? Евгений Беркут интересуется. Так, оформить регистрацию. Трудовая биржа.
Значит, что у нас еще есть? Почтальон, садовник, таксист, водитель автобуса и механик, да. Ну, я думаю, что на все эти работы нужно, наверное, какой-нибудь уровень, то есть нужно получить месяц прожить или месяц не прожить и так далее. Поэтому мы это посмотрим с вами в следующей серии, скорее всего. А так нам придется, наверное, вернуться и работать на складе, носить ящики. Ну, а что делать, ребятки? Ну, в любом случае, спасибо за просмотр. Ставьте лайк, оставляйте свои комментарии, выскажите свое мнение по поводу того, стоит ли продолжать играть на RP сервере в GTA 5. И также я подумываю поиграть, к примеру, в ту же самую в МТА на каком-нибудь сервере, там в Сампе или в Криминальной России. То есть, ну, встряхнуть стариной, особенно по поводу Сампа, потому что я в Самп играл, наверное, последний раз в году 2010, 2011. Вообще, как бы мой пик моей игры в Сампе был в 2009 году, когда у нас был свой сервер. Ну, это совершенно другая история, которая никому не интересна, поэтому, если вы считаете, что было бы неплохо, к примеру, немножко добавить контента по поводу игры на каком-нибудь сервере GTA, предлагайте. Обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Всем спасибо, с вами был Росси, пока-пока.